Пробуди с Кыргызстану Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня суббота, 4 ноября, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Во имя Господа Иисуса Христа, мой Бог, мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, мой Господь, и мы благодарим Тебя за дыхание жизни, за здоровье, за то, что мы смогли встать. Спасибо Тебе, мой Бог, за все мы благодарим. Во имя Господа Иисуса Христа. Мы просим, благослови, мой Господь, сегодняшний день, все наши планы на сегодняшний день, все, что нам нужно сегодня решить, все вопросы, мы все отдаем Тебе. И просим, чтобы Ты нам помог. Ты знаешь, мой Бог, все, что нам нужно сделать сегодня. Будь, мой Бог, с нами. Направь все шаги наши. И пусть, мой Бог, наша жизнь будет прославлять Тебя, мой Бог, во имя Иисуса Христа. Используй нас, используй нашу жизнь, да будет исполнена воля Твоя в каждом из нас, во имя Господа Иисуса. Господи, мы просим, поставь Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварии, катастрофы, от проклятия, от зависти и от всего негативного. Мы по вере провозглашаем, Господь, что мы и наша семья под Твоей защитой во имя Иисуса Христа. Господь, по вере провозглашаем, сегодняшний день будет успешным, будет благословенным. Мы также, Господь, молимся за нашу страну. Мы благословляем нашу землю. Мы провозглашаем, что Ты, Господь, на нашей земле. Пусть, мой Бог, в нашей стране будет спасение, будет защита Твоя, процветание, Твое благословение. Во имя Господа Иисуса, мы благословляем, мой Бог, нашу страну. И также просим за другие страны. Сейчас с нами молятся люди из разных источников, из разных точек этого мира. Мы просим, чтобы Ты их защитил, их семью. Мы молимся за мир в Израиле, за мир на Ближнем Востоке, за мир между Россией и Украиной. Это наша молитва Тебе во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья,
будьте уверены в том, что Бог услышал нашу молитву и что Он уже благословляет нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Я прочитаю книгу «Бытие», 17 главу, 1 стих, где написано в Слове Божьем. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Дорогие друзья, скорее всего, вы уже слышали, да, такое. Никто не совершенный, но есть такой тоже. Нам нужно стараться ходить правильно перед Богом, несмотря на то, что мы ошибаемся, но нам нужно делать свою часть. Конечно, нелегко, но возможно. Что возможно? Возможно угождать Богу. Возможно стараться жить по Слову Божьему. Да? Когда вы стараетесь, это благословляет вас, потому что это привлекает Божье внимание. Знаете, когда сын даже ошибается, но родители видят, как он старается делать все правильно. Это приятно, не так ли? Как вы думаете, как Бог смотрит на того человека, который ошибается, но он старается ходить правильно перед Богом? Он старается угождать Богу. Это приятно Богу тоже. Тогда, дорогие друзья, не смотрите на тех людей, которые живут далеко от Бога, которые живут по-своему. Делайте свою часть, храните свою веру, старайтесь исполнять волю Божью, и вы увидите, как Бог о вас позаботится. Аминь? Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра. По бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. Если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям. И напишите в комментариях, откуда вы молитесь нам, из какого города, с какой страны. В ваш комментарий добавьте вот эту фразу: «Я буду стараться исполнять Слово Божье. Я верю, что мой Господь позаботится обо мне». Аминь? Да будет так. Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит, всю вашу семью. Идем вперед. Хорошего вам дня. Бог с вами. Все будет хорошо. С Богом. Нуждаюсь в тебе. Нуждаюсь в прощении твоем. Нуждаюсь в тебе.